Здравствуйте, господин. Очень приятно для нас было о том, что вы приехали сегодня у нас на этот конкурс. Какое впечатление у вас? Большое спасибо. Мы об этом конкурсе слышали. Знаем, что уже в прошлом году тоже получала российская компания за левитированную воду свою награду. А сегодня были представлены две компании. То есть это вода Байкал и левитированная вода. Левитированная получила и приз Гурме, и бронзовую медаль. Поэтому для нас это очень хорошо. У нас есть задача выйти с нашими продуктами и продуктами высокого качества, которые относятся к экологически чистым продуктам. Мы очень заботимся об этой технологии. Я думаю, что они будут востребованы на рынке. Поэтому нам очень важно установить сотрудничество с вами. То есть ваш значок признан. Да. Вот, это является знаком качества. И те продукты, которые имеют этот знак качества, они, естественно, имеют и коммерческий успех. И, господин, я жил много лет в Советском Союзе, в России. И везде я видел, что очень много минеральных вод. Разных. По всему России. Вы что нам советуете, чтобы подойти к этим людям и открывать это мир конкурса для них? Ну, безусловно, по результатам конкурса мы будем информировать. На наши ведомства, которые занимаются, и у нас есть специальное ведомство, это Роспотребнадзор, который следит за качеством, будем сообщать, что у нас есть в этом успехи, и будем предлагать нашим производителям, это частные компании, участвовать в этом конкурсе. Я думаю, что в следующем году у нас участников появится гораздо больше. Потому что на самом деле воду производят во многих местах, если на Северном Кавказе, на Урале, да, каждая вода. Но нужно приводить к определенным стандартам, и здесь, конечно, как ваше участие очень необходимо. Хорошо, большое вам спасибо, господин. Спасибо за то, что вы нам приехали сюда к нам. Это была большая честь для нас. И надеемся, что будем сотрудничать. Мы обязательно будем сотрудничать. Хорошо. И приглашаем вас посетить наше торговое представительство, где мы можем вам обязательно рассказать и показать, что мы можем и что мы умеем. Обязательно я приеду из Сеня туда к вам. Давайте.